Театральная труппа Центра культуры Даугавпилсского края «Третий вариант» пригласила зрителей на спектакль по мотивам известной пьесы Рудольфа Блауманиса «Дни портных в Силмачах». К названию было добавлено еще одно слово «Миллениум». На сей раз режиссерский тандем Инты Ушкана и Вестура Ренцеса представил на суд почитателей театрального искусства иное трактование пьесы, написанной классиком латышской литературы, которую зритель знает уже наизусть. В таком случае на что надеялись режиссеры? И чего ждали от зрительного зала? Мы ничего не ждем, мы просто хотим узнать реакцию. Но новинки какие-то есть, все-таки секреты, изюминки. Да, весь спектакль одна изюминка. И это оказалось правдой. Искрометный, эмоциональный рассказ о жизни современного человека, оказавшегося в непростой житейской ситуации, тронул зрителя. Вместе с ним он переживал, радовался, смеялся и надеялся на благоприятный исход, который в конечном итоге и наступил. Любовь победила все препятствия, которые оказались на пути героев. Между прочим, этот спектакль уже был представлен на фестивале латвийских любительских театров и получил весьма лестные отзывы жюри. Поэтому неудивительно, что работа «Дни портных в Силмачах Миллениум» будет показана на большой сцене Верманского парка в рамках вселатвийского праздника песни и танца. В этот вечер в зрительном зале Центра культуры был аншлаг. На вопрос «Так бывает всегда?» руководитель третьего варианта Инта Ушкана сказала: «Это впервые. Хочется верить, что отныне так будет и в дальнейшем. Ведь третьему варианту есть что показать своему зрителю. Как-никак, а в их репертуаре уже 20 спектаклей. А вскоре начнется работа и над новой постановкой. Ведь открытие следующего театрального сезона уже не за горами».